правильно верить. Только теперь важно попасть понять момент. И это. Нет, машины не больше 60, и желательно опустить момент. Потому что если ты рванешь кому-нибудь навстречу, что там можешь испугаться. Не думай, что ты на пустынных участках, ну, на небольших скоростях сначала, именно от работы. Потому что если скорость близится к 100, такой маневр может спровоцировать. Ну, можно выйти, потому что ты, понимаешь как, ты машину качнул и тут же ставишь назад. Если ты будешь держать руки ровно, вот, то машина просто поскользит боком и потом вернется. Даже никаких сидеть, она просто и придет. Но в том случае, если ты не будешь ее раскачивать, раз и ровно. Почему как бы очень важно, как она говорила, держать руки. Очень трудно понять, в каком положении, где ровно. Где колесо ровно. И водитель часто ищет. А когда ищет это ровно, он опаздывает. Тут очень мало места. Я тебя на асфальте разогнал. Огромно. Важный момент. Связанный с переносом. Точно так же проезжают и полицейские. Этот самый. Можно одним колесом. Ну да, я в принципе тоже, полицейские когда лежачие, то есть вот так вот когда по чуть-чуть на бок машины, во-первых, это просто легче. Просто идет удар не так, да, там, ну да. Но если ты будешь ехать перпендикулярно, одно колесо будет идти по разделительной полосе, а вторым на полицейский поворот, когда машина качнется сюда, и ты над ним пух-пух. Я еще перед ямами, я перед самой ямой я торможу. Ну, то есть если вот видишь яму, идеально остановиться нет, я перед самой ямой торможу и влетаю в яму, я бросаю тормоз, и получается, когда он так тык, и потом ты газ перед самым люком, где ногу заносить на тормоз, заносить на тормоз, перед самым люком, где это будет движение, раз и отпустить, и она отпустит. Это что, блядь, пристегнуть? Вот, а потом, я тебя правильно посажу, пристегнусь, и ты проедешь по вместе. И ты сразу. Ты меня уже заставляешь пристегнуть? Давай. Проедь по прямой и перед люком занеси ногу на педали тормоза, вот эти, прикоснись к ней, а потом перед самым люком просто не сбрасывая газ. Удар, ну такой, знаешь, как нажать, и все, и отпускай. И машина тогда дернется, как поворот.